Дорогие, любимые, это снова я, Елизавета. Хочу снова делиться с вами радостью и любовью к жизни. Я сейчас вышла на пробежку в лес. Я полна энергии, радости. И вообще мне очень хочется со всеми вами этим поделиться. У нас пока еще можно ходить, перемещаться по городу, машины ездят. Некоторые даже с детишками гуляют, вон там какие-то ребята идут сзади. Вот. В общем, я хочу вам пожелать не позволять энергии страха, вины, сомнениям вообще заполонить ваши умы и чувства. Больше генерировать радости. И она в какой-то момент просто сама прорвется в вас. Сама придет. Не позволяйте никому, никаким обстоятельствам забрать у вас радость. Вот. И светите своим внутренним светом. Эта тьма, которая сейчас нагнетается, она уйдет. Ее на самом деле нет, это иллюзия. Это такая волна света заполняет всю планету. Это большая радость. Не смотрите эти информационные источники, нагнетающие панику. Это все для того, чтобы зацепить ваши чувства и ум и свести на нижние вибрации. Я никого не призываю сейчас идти бегать. У каждого своя радость. Наполняйтесь. Люблю вас, целую, обнимаю всем сердцем и существом своим.